Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэм и видеообзор столика в лодку ПВХ номер 22, который был сделан по просьбе одного из форумчан Русфишинга. Это, скажем так, модернизация столика номер 3. В комплектации у нас получается идет столешница, спиннинг-держатель, две ножки, вот, съемная панель, полочка, крепеж. Вот, и сейчас посмотрим, как этот столик будет собираться. Вот, чтобы дальше ни у кого никаких вопросов не возникало. К сожалению, шуруповерт, как всегда, в гараже. Вот. Но, думаю, это не страшно. Итак, с чего начать? Вот. Здесь просто бортики я уже установил, чтобы видео немножко было покороче. Вот. Дальше фокус этой столешницы, что ее можно, вот, допустим, борт лодки, в борту лодки установить отверстием для спиннинга, как видим, с правой стороны. И если мы перевернем столешницу, перекрутим бортики, то эту трубку можно будет установить с левой стороны от вас. Ничего сложного, просто откручиваете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 саморезов, переворачиваете бортики и обратно их закручиваете. Итак, сейчас соберем для установки, получается, удобной установки на левый борт. Вот для этого берем ножки. Вот, в комплекте идут саморезы. Это 32-й саморез, вот, по дереву. Устанавливаем косой стороной к борту. Дырочки все просверлены. Также и здесь тоже дырки. Прикрутили две ножки. Да, совсем забыл сказать, что в комплекте у нас есть забивные гаечки. Ну вот, две штучки, которые просто они идут в комплекте, сразу их не забиваем. Почему? Чтобы вы смогли определиться, трубка вам эхолот, трубка и эхолот, с какой стороны вам нужны. Вот. Для этого, для установки их нужно вам просто вставить уже в нужные отверстия и сделать несколько ударов молотком. Это гайки нужно вбивать с обратной стороны. Гайки нужно забивать с обратной стороны столешницы. Сейчас я этого делать не буду, просто потом барашками. Итак, дальше для установки у нас идет вот такая вот полочка под аккумулятор. Вот. Еще один элемент у нас есть, это вот такая вот планка. Она, под нее дырки с этой стороны у нас мы не засверливаем, потому что вы ее можете установить где вам необходимо или уже вообще ее не устанавливать. Для нее в комплекте также идут два саморезика. Вот. Дальше у нас идет установка трубки. Трубка устанавливается достаточно просто. На отвертку есть саморезик 13-й с пресс-шайбой, который через это отверстие прикручивается непосредственно к самой ножке. При помощи самореза прикручиваем. Наш спиннинг-держатель. Вот. Здесь у нас получается, как я и говорил, забиваем две забивных гаечки. Вот. И прикручиваю нашу съемную панельку.
На лодку данный столик у нас крепится при помощи крепления ликпас, который идет в комплекте. Вот, с обратной стороны крепим ее с нижней стороны столешницы на необходимом расстоянии от края. Вот, после чего, о, думаю, как прикрутить этот ликпас, вы уже разберетесь, глядя на сиденье на вашей лодке. Вот такой вот у нас получается столик для лодки ПВХ, для эхолота. Вот со съемной панелью, с бортиками. Вот, понравился столик, оставляйте заявку на сайте, подписывайтесь на наш канал, следите за новостями, рекомендую.